Томилине состоялась очередная общественная приемка подъездов. В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» там отремонтировали уже 90 объектов. На этот раз качество сделанного ремонта проверили в домах номер 20 и 25 по улице Гоголя. В доме номер 25 по улице Гоголя недавно закончили ремонт подъездов. Здесь покрасили стены, установили новые почтовые ящики, заменили светильники и обновили крыльцо, положили новую плитку и покрасили дверь. Окна в данном доме включены в программу краткосрочного капитального ремонта и будут выполнены, я думаю, в течение начала октября. То есть первая декада октября. Жители дома в целом ремонтом довольны, говорят, организация-подрядчик охотно сотрудничала с ними. Остались, конечно, невоплощенные в жизнь желания, вроде резинового покрытия на ступеньках. Но они, к сожалению, не предусмотрены планом работ. Мои командиры прислушивались, все, что я просила, они, пусть не сразу, но все сделали. Спасибо. Конечно, если огрехи везде замечать, то это... ждем теперь окна пластиковые. В доме номер 20 по улице Гоголя тоже планируют заменить окна на площадках между этажами. А так ремонт уже закончили. С заменой светильников, с покраской стен, заменой почтовых ящиков. Также были выложены крыльца и полностью входная группа была окрашена, значит, приведена в порядок. Всего в этом году в Томилине в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» запланировано отремонтировать 124 подъезда. 90 из них уже готовы, 9 находятся в работе. Завершиться работы не только в Томилине, но и во всем Люберецком округе должны до 1 ноября. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.